Так, ну-ка, это что еще за рухлядь? Так под досками стоял. Господа? Осторожно! Чуть Кондратия не хватит. Сын мой, этот лик бесценен. Старинная вещь. Трепет должна внушать. А у вас такое обращение. Да будет вам трепет. До Благочинного доехать, иконы передать. Делов нет. Это уж та самая икона. А тебе какое дело? В обители и разберутся. Та или не та. Кудеяр, Кудеяр. Тебя иду искать. Мужики на них заткнулись. Похоже, их догнали верхом. Что видите, Антон Андреевич? Кобура застегнута. Похоже, что он знал убийцу, либо просто не успел. Похоже на то. Вон оттуда фельдфебели стреляли, а потом лошадь понесла. Куда они ехали? Сейчас доложите, кто там. Купец этот, Карамышев. Нашел икону и обратился в управление, чтобы с находкой сопроводили его до Костромы. Стало быть, Ипатьева до Благочинного. С какой целью? Не могу знать. При мне только они с прошением приходили. А кто они? Купец Карамышев, и с ним иерей был отец Федор. Антон Андреевич, нужно будет найти этого батюшку. Найдем.
Здесь он догнал повозку, спешился зачем-то, а потом обратно вскочил на лошадь и ускакал. На наше счастье, подкова приметная, Антон Андреевич. Сделайте снимки крупно. Сделаем. Икона на месте? Икона? Никак нет. Не нашли икону. Осмотрите все вокруг, только смотрите. Следы не затопчите. Слушай. Живой. Живой он. Сюда всем! Бегом! Берите пролетку и срочно в больницу. Гоните, что есть мочи. Чего ж вы раньше тут стояли, а? Давай, давай, пролетку! Аннушка, доброе утро, просыпайся. Смотри, кто к нам приехал. Где тут, как тут моя любимая племяшечка? А, рыбонька моя золотая. Господи. Нюшечка, родненькая моя, что с тобой, а? Господи, Аннушка, да ты вся горишь. Вот оно, это новомодное закаливание. Ну, кто же умывается холодной водой зимой? Нюшечка, родненькая моя, чего-ничего, мы ее в два счета на ноги поставим. Слава богу, тетка приехала. Угу. Маша, что стоим? Чай с малиновым вареньем. Я там баночку привезла. А мы тут с Нюшенькой поболтаем о том, о сём, да, Нюшенька? Так как у нас с женихами, поди, отбоя нет. Мама. Что, Нюша? Мама. Что? 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 Что, Нюша? Липа, пойдем. Да? Покажешь мне, куда варенье поставила. Нет. Оставь. Оставь. Зачем тебе эта тряпка? Где ты ее взяла? Оставь. Хорошая. Вот. Все. Липа, да. Пойдем. Я тебе сама все расскажу. Хорошо. Сейчас мы варенье. Ну что ж, батюшка, расскажите нам, что же это за икона такая известная, чудотворная? А вам сразу чудотворную подавай. Простые лики святые уже не внушают. Значит, господин Карамышев принес вам икону, так? А я ему указал, что икона старинного письма и могла пострадать в смутное время. Проще говоря, выкрали ее из Костромской обители. Решили мы ее возвратить Ипатию Благочинному. Посему обратились к полиции. Все равно не понимаю. Если вы заранее позаботились об охране, то знали, что икона какую-то ценность имеет? Ну, все в руках Господа. Но прошу вас, господа, в городе никто не должен узнать, что это та самая икона и есть. Видите, что уже произошло? Да какая такая, та самая? Я вижу, господа, что вы все тут в полиции новые люди. Поэтому не знаете о некоторых событиях нашего города. Так вы поведайте нам, батюшка. Папа. Ну как ты, милая? Хорошо. Только переутомление. Да, конечно. Столько ужасных событий. Все они, к сожалению, становятся твоей жизнью. Папа, пожалуйста. Не надо об этом сейчас. Конечно, конечно. Я просто пришел проведать, как ты. Папа, а кто такой Кудияр? Кудияр? Ну, разбойник был такой. Кудияр, атаман, незаконно рожденный сын Ивана Третьего, кажется. Песню о нем сложили, легенды, сказки всякие. Скажите. Сказку тебе рассказать? Да. 7 лет назад случился у нас переполох, золотая лихорадка. Все поголовно искали клад Кудияра. Был в древности такой разбойник. А все потому, что кто-то пустил слух, что на Кудияровом городище нашли золотые монеты. Никто этих монет не видел, но все друг другу рассказывали. В детстве отдали его на воспитание крымскому хану. Имя татарское дали — Кудияр. Ну, когда подрос, явился в Россию заявлять права на русский престол.
самозванец, в общем. Много добра наградовал, кладов всяких много закопал. Невеста у него была. Вроде убил он ее за какую-то провинность. Убил. Бедная. Бедная. Это ж сказка. Страшная сказка. А самое главное, кто-то дознался, что на клад укажет икона, которая пропала. Так вот, кажется, эта самая икона и есть. И что же, вы решили отослать эту икону из Затонска куда подали, так на всякий случай? Не куда подали, а к месту ее принадлежности. Позвольте на этом откланяться, господа. Храни вас Бог. Вижу особое отношение у отца Федора к этой иконе. Да, дело тонкое. Выходит, убийца и в самом деле верует, что икона приведет его к кладу? Выходит так. Это дело первостепенной важности. Я боюсь, как бы эта икона не наделала у нас тут лихорадки. Я, Платоныч, я прошу вас, возьмите это дело под свой особый контроль. Так мы этим и занимаемся. Вообще не уделяет внимания представителю печатного издания. Ну, чем же я могу вам помочь? Несколько слов о кровавом похищении знаменитой иконы. Об этом я не могу с вами говорить, иначе у меня будут неприятности, скажем так. Подождите, подождите. Но вы же занимаетесь этим делом. Ну, допустим. Но всем сотрудникам полиции запрещено давать какие-либо сведения бульварным газетам. Простите. Нет, это вы меня простите. Что это такое? У меня вполне солидное издание. И вообще общественность требует, чтобы мы освещали это дело. А может, вы стихи напечатаете? Что? Ну, послушайте. Жизнь порождает страх, и люди, как во сне, летят во весь опор у страха на спине. Как? Любопытно. Ну, я подумаю. Вы не обращались к унтеру Серебрякову? А к кому, простите? Унтер Серебряков, он отправлял икону. Но я вам ничего не говорил. Что там, Карамышев, в себя не приходил? Не приходил. Плохо. Да. А кому еще могло быть известно об этой иконе? Да почитай всему городу. Рябушинский в своем телеграфе все пропечатал. Надо бы распорядиться, чтобы его вовсе не пускали в участок. Но о поездке в Кострому он же не писал. Нет, не писал. А кому Карамышев мог об этом рассказать? Кому угодно. Он ходил гордо, его прямо распирало. Да, он заходил к художнику Мазаеву, возможно, заказал копию иконы. Очень может быть. Вот с него и начните. Да. А что там с пулей? Внимательно осмотрел и все запротоколировал.
Все, как вы учили. Вот, пулечка. Револьвер системы Смит и Вессон. Вот. Хорошо, но, к сожалению, это нам ничего не дает, да, пока мы не найдем орудие убийства. Согласен. Вы возьмите снимки, подкова, характерной формы. Обойдите все скобяные лавки и кузни. Разузнайте, где такие подковы могли делать и... Чьих лошадей подковывали. Да, все сделаю. Вы не больны случайно? Нет, нет. Хотел вас предупредить, Яков Платоныч. Я, когда был у Карамышева в больнице, тамошний доктор сказал, что... Анну Викторовну захворали. Что с ней? Что-то нервное. Пишите. Господин Карамышев жив. Пока что он находится в беспамятстве, в тяжелом состоянии, но мы все надеемся на его скорейшее выздоровление. И как только он поправится, начнет давать показания. Значит, все следствие зависит от показаний Карамышева. Не могу знать этого. Но господа сыщики ищут, они свое дело знают. А скажите, а вот господин Штольман принимает участие в расследовании? А то как же. Не кажется ли вам, что число тяжких преступлений в последнее время в Затонске резко возросло? Вы знаете, здесь вы правы. Я человек новый. И прям диву даюсь. Убийство за убийством. Есть мнение, что рост преступлений связан с одной одиозной особой. Простите? Анной Мироновой. Останови их. Он убьет их всех. Нет. Кого? Икону. Нужно найти икону. Я не могу. Скажи ему, он убьет. Я не могу, я больна. Останови, нельзя икону. Я не могу. Полиция. Есть для этого полиция. Останови. Нет, я не могу. День добрый. Доложите Анне Викторовне, что ли? Так больна она, не принимает. Я знаю, что больна, но все же доложите, пусть сама решит. А что это вы все время? Доложите, доложите. Вы что, меня за горничную приняли? Простите. Олимпиада Тимофеевна, я тетя, любимая Нюши, Анны Викторовны. Прошу прощения, очень приятно. Штольман Яков Платоныч. Хотел повидать Анну Викторовну. Что доктора говорят? А зачем нам доктора? Мы Нюшеньку и без доктора на ноги поставим. Хорошо. Так что же, повидать ее никак? Никак. Невозможно. Тогда передайте от меня поклон и скорейшего выздоровления. Всего хорошего. Войдите. Гордон, добрый день. Нина, какой сюрприз. Я думаю, что это мой помощник. Ох, я прошу прощения, я не одет. Очень мило, так по-домашнему. Я прошу, пожалуйста, располагаться. Мне нужен один минут. Прошу вас, налить себе кофе. Мне надо время. О, не торопитесь, пожалуйста.
нельзя вам сейчас что-то сказать. И лучше, что я здесь. Так мне смелее. Смелее? Да. Чтобы я не видеть вас, а вы меня. Почему? Я хочу сказать, я все знать. Что? Я знать, что вам не нужно урок химии. На самом деле вы просто смеяться на меня, но у меня все серьезно. Я вас любить и приглашать быть моя жена. Только нет, нет, ничего не говорить. Пожалуйста. Прошу вас, будьте моей женой. I'm not rich. Я не богат, но скоро это изменится. Да-да, не удивляйтесь. Те открытия, которые я в скором времени сделаю в Затонске, принесут мне богатство и славу. Альфред Нобель со своим динамитом — ребенок по сравнению со мной. Большего я не могу вам сказать. Не торопитесь с ответом. Подумайте до завтра. Малиновая? Абрикосовая. Малиновая для Нюши, а это для тебя. Липа, умоляю тебя, не называй Анну Нюшей. Она обижается. Жозефина Белия. На родную тетку обижаться. Не выходил еще? Надо пригласить. Не надо. Они уже откушались. Уже позавтракал. А что Женюша не засватана? Женихов что не хватает? Девка-то она ладная. Олимпиада Тимофеевна, у меня будет к вам настоятельная просьба ни при каких условиях не вмешиваться в личную жизнь Анны. И впредь прошу Нюшей ее не называть. Простите, мне пора. Доктора я по дороге вызову. А что ж я такого сказала? Девка-то она ладная. А вы куда смотрите? От того все болезни. Липа, ну хоть ты меня пожалей. Мы близок к результату. Еще 2-3 недели, и мы получим устойчивый состав, который будет сохранять все свои свойства длинное время. Вы уже доложили об этом? Но пока нет. Не будем бегать вперед. Значит, работа уже близится к финалу? No. Все только начинается. Когда мы получим опытный образец, будет работа по производству его в промышленный объем. Может быть, нас переведут туда-нибудь на Урал. Значит, мы уже наконец покинем этот ужасный Затонск. Почему ужасный? Очень милый город. А для меня он стал как парадайз. Райское место. Образец, он сказал, что он будет богат и знаменит, как Нобель. Кто этот Нобель? Нобель? Это изобретатель динамита. Да-да, динамит. Что вы ему ответили? А ничего. Он дал мне время подумать. Соглашайтесь. Это шутка? Нет. Это не шутка. Это шанс. Во всем моем уме. Он сказал, что превзойдет Нобель. Что же он там такое изобрел? Подождите, это же не серьезно. Завтра вы скажете ему «да». Нет. Да.
Смешно тебе, да? Да мне вот не до смеху. Хожу по дому, как привидение. На вот, красный девять, сто отведи молочка. Молочко-то непростое. Молочко с мятком полезно. Бабка Проскови просил передать. Ты уж не побрезгуй. Дядя. Ну, кто это у нас вздумал болеть? Самое неподходящее время. Тут такие дела творятся. Охо-хо. Это ты по икону, что ли? А ты уже знаешь? Вот, гляди, рушник. Та икона в этот рушник была завернута. Откуда это у тебя? Диакон принес Илларион. Он в храме у батюшки Федора служит. Ему купец икону показывал. И вот просили узнать, подлинная ли она. Он неразумный разбойник. Да. Сама-то икона недоступна ему. Потом рушник мне принес. Икона подлинная, выходит? Да, дядь, подлинная. Подлинная. Ты знаешь, ко мне приходит душа. Она предрекает несчастье. Просит остановить. А что я? Что я могу? Я даже с постели встать не могу. Аннет, вот это я заберу. От этого у тебя жар. Отдай, Аннет, отдай. Это все, что меня связывает с этой душой. Какой душой? Все, дядь, все, все. Но меня интересует в первую очередь подкова. Вот такого. Не, барин, такую точно не видел. Точно? Будь ты крест. Смотри у меня. Не видел дальше, да? Антон Андреевич. А? Вы у художника были? Нет, еще. Почему? Так я вот по рынку решил потолкаться, про подкову узнать. И это, ну, что про убийство говорят. И что же? Послушать. Подков таких нигде не делают. Непонятно, откуда она. Вот. А про убийство говорят, что чуть ли не сам Кудияр шалит. Какая полезная информация. Да. Художнику пойдет. Что с художником? Дышит. Живой, но боюсь, в таком состоянии он нам без надобности. Господин Рябушинский, вы что здесь делаете? Пустите! Я редактор уважаемой газеты, а не душегуб какой! Ну вот только с этим читателем как-то вы некрасиво обошлись. Я? Да бог с вами! Я нашел его в таком состоянии. Весь день потратил здесь, сижу, жду, когда он в себя придет. И что же, есть ценные сведения? Куда там? Ну так, мелочь, ерунда. Поделитесь? Ладно. Только надеюсь на ответную любезность, да? Слушаю вас. Эта икона связана с кладоискательством. Неужели? Анна Викторовна, меня к вам не пускают, говорят, хвораете. Да это ничего. Послушайте, вам бы уехать из города, вам опасность грозит. А куда же я уеду-то? Я не знаю, ну хотя бы в келье у себя затворитесь. А что же значит, икона настоящая? Настоящая, потому-то вы и в опасности. А, Кудеярова икона. Трепицу хоть верните, будьте добреньки.
Нет, тряпицу давайте у меня оставим. Ни к чему вам ее сейчас у себя держать. Ступайте. А Мазаев наш, между прочим, на этом деле деньгу зашибал. Перерисовывал карты чертова городища и продавал всем желающим. Ну вот, тогда отец Федор собрал приход и обещал предать анафеме всех тех, кто будет продолжать искать тот клад. Всем велел планы в церковь принести и самолично их сжег на заднем дворе. Все. Рассказал все как на духу, господа. И теперь я хотел бы послушать ваше соображение. Не смею вас больше задерживать, господин Рябошинский. Яков Платонович! Позже, позже, господин Рябошинский. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Яков Платонович. А где? Что? Где, я говорю? Кто? Коль в пальто, этот, в черном. Этот? Я же говорю, в черном. Господин Рябошинский, я повторяю, вы свободны. Выпей-ка. Давай, давай, давай. Какая гадость. Это то, что тебе сейчас надо. Пей до дна. Давай, давай, давай. Выглядишь получше, но из постели не ногой. Я тебя знаю. Видела я князя. Хорош. Хоть и пожилой. Не читай этого, по которому ты сохнешь. Липа. Прости, сестра, я привыкла говорить в глаза, а не улить по-вашему по-интеллигентному. Девочка должна знать правду. Тетя Липа, какую правду? Видишь ли, Нюша, на свете есть такие мужчины, очень к женскому полу тянутся. Эти столичные хлыщи завсегда ездили в провинцию барышням голову морочить. Этот Шульман. Штольман. Да какая разница? Не любит он тебя. Флирт какой завести, а к сожительству склонить. Это пожалуйста. А вот честную семью завести, так это не-не. Боже мой, Липа. Ну, не хотела говорить, чтобы никого не расстраивать. Это даже странно. Сравнивать их сиятельство с этим полицейским. Пожалуйста, полицейским. Оставьте вы меня в покое. Так значит, с этим человеком в черном вы и выпивали? Ну да. Он водки принес. Белоголовка, водка хороша, зараза. Угощайтесь. Пьется, как вода. От ног сшибает, как старая пульска. Вы мне о деле, расскажите. Я зачем о деле. Он приходил? Все про планы городища расспрашивал. И что же вы? А что я нарисовал? Для хорошего человека не жалко. А как он выглядел? Кто? Ну, конь этот. Я же говорю, в черном шляпа. Представился? Не помню. Штурман. Штольман? О. Штольман. А кто-нибудь еще приходил? Да, диакон заходил. Ларион рассказывал, что они какую-то икону нашли. Но тоже все про планы больше расспрашивал. Он вот эту бутылку принес, но это так себе. Так значит, вот эту бутылку принес Штольман? Да, да. Давно я такую не встречал.
А вы что, разбираетесь? Ну, было одно дело, я расследовал о самогоноварении еще до вас. Заберите бутылку на экспертизу и, надеюсь, насчет дьякона, поняли? Да. Я немедленно в церковь. Обождите. Вы же художник, господин Мазаев. Ну? В любом состоянии должны подмечать малейшие детали внешности, поведения. Чем он запомнился? Водки принес. Ну, за водкой я вам не побегу. Жаль. Но на поправку здоровья пожертвую. О, благодарю. Чем запомнился? Он банка. Он вот тот растворитель разлил на себя случайно, облился весь. Это растворитель для красок. Давай на этом, спасибо. Заходите еще. Читай «Отче наш» 150 раз. «Богородица, Дева, радуйся» 150. Ну и символ веры. Ступай, сын мой. Добрый день, отец Федор. Кого ищешь, сын мой? Я к вам. Вопрос имею. Да ведь рассказал я уже все. Так-то оно так, но следствие не стоит на месте. И ответьте, правда ли, что под страхом анафемы вы приказали все планы кладов снести в церковь и сжечь? Сжег, да. И сразу эта лихорадка прекратилась. Вот ведь как. И что, все сожгли, ни одного не осталось? Вот здесь костер разжег. Каждый подходил и самолично бросал в огонь. Потом крестился на храм Божий. Клялся не служить более тельцу золотому. И с тех пор все тихо. Я вас понял. Благодарю. Скажите, а ваш дьякон, он сейчас где? Не знаю, где-то здесь крутился. Спасибо. С Богом, сын мой, с Богом. Иларион! Где план? Грех, конечно. Да любопытно мне стало. И что, значит, как нашлась икона? Снова и потянула закладами. Не то, что закладами. Просто ведь никто не верил, что икона существует. Она вон и нашлась. Только вы отцу Федору ничего не говорите. А то проклянет. Понимаю. А что же ты собирался с планом делать? Да ничего я не собирался. Мне дано было увидеть икону, и я ее хорошо разглядел. Там под ногами у святого рисунок, нечто план какой-то. И что-то крестом обозначено. Но я подумал, не тот ли самый это клад. Угу. Ты отправился к художнику, чтобы сравнить. А икона сама где? Да, да нет у меня иконы, не было никогда. Да даже если была, не поддался бы я искушению. А вот это что? А, это план церковного подворья и кладбища. Для работы, для порядка. Тут крестом что-то отмечено. А, это тот самый сарай купца Карамышева, где была найдена икона. Ваше высокоблагородие, из больницы посыльный передал. Карамышев пришел в сознание. Давно? Часа два назад. Ну как же так? Пришел в себя и умер? Короткая ремиссия. Состояние его было критическое. Все зависело исключительно от выносливости организма. Он был ясным в рассудке? Нет, только бредил. Но я сразу сообщил в управление. Посторонние у него были? Помилуйте. Вы сами к нему представили городового.
Так-то оно так, но... Причина смерти очевидна. Результат огнестрельного ранения. Я не могу предотвратить все несчастья. Чем больше я хочу помочь, тем больше смертей вокруг меня. Может быть, мне надо оставить духов в покое, чтобы все эти преступления прекратились. Икона в руках злодея. Кто? Кто он? В церковь надо идти. Он там. Пойдем, мой дядю, друг. Позовите пойдем. Дядю. Да, зачем тебе дядя, когда у тебя тетя есть? Я тебе сейчас чай с медом подам. Рыбонька ты моя золотая. Ну, что, что? Мне дядю надо. Нет его, Нюшечка. Что случилось-то? Может, я тебе вместо дяди подойду? Извольте, Яков Платоныч. Подкова действительно очень редкая. Обошел всех скобарей и кузнецов в городе. Удалось выяснить, что такими подковами подковывались лошади только в двух заведениях. Школа верховой езды ротмистра Протасова и церковное подворье. Там у них несколько кляч есть для хозяйственных нужд. Опять все вокруг церкви этой крутится. Нужно было диакона этого сразу к нам тащить. Кто это на себя? У себя должен быть. Случилось что-то? Случилось. Яков Данович, Карамышев убит. Что? Вы не ослышались. Карамышев убит. Почему вы так думаете? Потому что я врач. Я работаю не первый день. По всем признакам он задушен. Это каким же таким манером задушен? Я лично был в больнице. И фрейтор был при дверях. Да все очень просто. Подушку положили, задушили. Да много ли ему надо? А кто дежурил у палаты? Так Синельников. Кто из посторонних к купцу заходил? Уже после того, как доктор посыльного отправил. Никого из посторонних не допускал. После отъезда нарочного никого посторонних и не было. Ничего не запамятовал? Никак нет. Разве что... Что? Ирия и отец Федор были. Об их здоровье осведомлялись. Что, и в палату заходил? При мне нет. Что значит при мне? Ты что, отлучался? Да я к доктору на 5 минут всего. А может быть, ты его за деньги впустил, а? Да нет, но он застонал, я и подумал, что, может... Свободен. Есть. Может, Синельников и разява, но не можем же мы всерьез полагать, что отец Федор задушил Карамышева. Тут я с вами согласен, это уж как-то слишком. Господин Штольман! Господин Штольман! Меня Нюша прислала. Какая Нюша? Так Миронова же. Анна Викторовна. Я тетушка ее. Вспомнили? Да-да, я помню. А что случилось? Да слава богу. Нюшенька покушала. Я ей отвар сварила. Помогает. Это хорошо. Я очень рад. Погулять уже выходила. Надо же и воздухом дышать. Ну, конечно. Вы передайте Анне Викторовне, что я желаю ей скорейшего выздоровления. Обязательно передам. И я. Обязательно передам. Передам. Что это я? Она же велела мне передать. Что передать? Сама прийти не смогла, слаба еще. Нужно идти в церковь. И что это значит? Нужно идти в церковь, он там. И больше ничего не сказала? Только это сказала. Нужно идти в церковь, там он. А кто? Неизвестно. Неизвестно. И где этот диакон? Я полагаю, что во флигеле. А!
он. Нет его и нет. А он тут лежит.